Как мы вас прям искали, там столько директоров, всех обзванивали. Прям ух. И сразу первый вопрос от ведущей Татьяны Шилиной. Несколько лет назад у вас вышла книга, называется «Голый». И что дальше? Будет вторая книга. Стихи, крупные формы и поэмы, там будет такой раздел, как «Три икса». О! Да, вот, то есть это абсолютно свободное от каких-либо шаблонов, цензуры и прочего. Вот моя часть творчества. Следующий вопрос от Валентина Кузнецова. А вашим голосом говорят персонажи мультфильма? Кенгуру я озвучил там в каком-то мультике. Ну так. Потом я уже сам говорю, дайте я еще что-нибудь попробую, потому что у меня как-то самооценка упала. Даже кенгуру не смог нормально озвучить. Потом уже вот у меня был полный метр диснеевский мультфильм «Принцесса и лягушка». Вот где я лягушку полностью от начала и до конца озвучивал и пел ее голосом. Там, так сказать, я общался, и «Метаморфозы прекрасного принца» тоже озвучивал. Вот, и мне очень понравилось. От телезрителя Никиты. Он пишет, что следит за вами во всех социальных сетях. А как вы думаете, что придумают вместо интернета? Господи, я еще интернет-то не весь изучил, а уже что-то новое хотят придумать. Я вообще, честно говоря, поздно как бы ко всем новшествам приходил. Я долгое время отрицал. Возможно, правильно делал, потому что сейчас втянулся, как бы, и большую часть времени на гастролях провожу в соцсетях. Слава богу, я там не выкладываю там свои селфи бесконечно. То есть даже если это селфи, то снизу какое-нибудь стихотворение или что-нибудь. Ага. То есть я понимаю, что я должен делиться как бы чем-то чуть большим, нежели просто образы какие-то там. И вот последний вопрос. А сегодня какой у вас личный рекорд по отжиманиям? Я вообще немножко простуженный, но я даже когда простуженный, чтобы себя не чувствовать тряпкой, я обычно делаю 1-2 подхода на отжимания. Вот. И сегодня что-то я так начал потихонечку с утра разгоняться. Ты смотрю, уже за 100 перешло, 120. Думаю, ну раз уже 120, значит, надо пойти на рекорд. 138 раз сегодня отжился за один подход. Второй уже бы не стал Все. Делать. На этом мы вот завершим. Да. Спасибо.